Монте-Карло завершился международный конкурс «Предприниматель мира». Компания EY проводит его уже более 30 лет. На церемонии в Зале звезд собрались лучшие представители бизнеса из 47 стран мира, в том числе из России. Это возможность меняться опытом и понять, какие новые подходы можно использовать в своем бизнесе. И, конечно, это же все-таки какое-то внутреннее ощущение, это внутренний стимул развиваться дальше и растить свой бизнес, поднимать его на качественный новый уровень. Предприниматели из России участвуют в конкурсе уже 17 лет. В этом году страну представили сооснователи корпорации «Технониколь» Сергей Колесников и Игорь Рыбаков. Победители национального этапа конкурса «Предприниматель года 2018». Обязательно нужно предпринимать в этих конкурсах только для того, чтобы продвигать и объяснять широкому кругу населения о той пользе, которую мы приносим. Чем больше будет частного бизнеса, тем больше будет рабочих мест и тем больше будет наша среда, в которой мы живем. Я здесь увидел конкретную глобальную распределенную сеть предпринимательского духа, которая драйвится локальными предпринимателями, которые каждый в своей стране делает вклад в развитие нашего будущего. Предпринимателем мира независимое жюри выбрало Брэда Кейвелла, основателя Uptake Technologies. Компания разрабатывает программное обеспечение для предиктивной аналитики.